Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего YouTube канала, Яндекс.Дзен канала, Рутуб канала, моих остальных соцсетей, где вы смотрите данный видеоматериал. Всех, собственно, я приветствую. Перед началом ролика хочу вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте проходит конкурс на вот такое вот замечательное АВП. Если кого-то это заинтересовало, ссылочка на группу ВКонтакте мою есть в описании под этим роликом. И также в моей группе ВКонтакте постоянно проходят конкурсы и розыгрыши различные. Не только на скины CSGO, но и на ключи от игр. Поэтому залетайте, участвуйте. Ссылки есть в описании под роликом. Народу участвует мало, шансы выиграть очень большие. Поэтому имейте это в виду. Всем удачи и всем пока. Приятного просмотра желаю. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике хочу сделать обзорчик на постер из острых козырьков. Покажу я вам его сегодня. Постер без рамки. Заказывал я его с Wildberries. Ссылочку также оставлю в описании под этим роликом, если кому будет интересно. Там этих постеров, кстати говоря, много. Но кому нужен будет из этого ролика, оставлю ссылочку, где покупал на Wildberries. И также, как перейти по этой ссылке, будет ставка в конце. Поэтому досматривайте до конца или проматывайте, кому неинтересно, или кому интересно узнать, как перейти по ссылке, то все будет в конце ролика. Если смотрите этот ролик с Яндекс.Дзена, пожалуйста, подпишитесь, так вы меня поддержите. Заранее вам спасибо большое за поддержку. Дай бог вам здоровья. В общем-то, вот такой вот он мне пришел, этот постер. Я на самом деле, как всегда, поторопился, затупил немножечко и понял то, что это на самом деле, так скажем, просто фотография. Ну, грубо говоря, да? Грубо говоря. Я понимал то, что это будет без рамки, но хотя бы думал то, что это будет какая-то вот такая типа фотография, мне его так вручат, типа, и все. Повторюсь, знал, что без рамки будет эта тема. Но имеем, что имеем. Вот так она мне пришла, еще раз показываю, внутри, соответственно, фотография. Здесь было обмотано вот так вот скотчем. Я его размотал на пункте выдачи, посмотрел, все нормально. Покупал я данный постер за 237 рублей. Опять же, ссылочка в описании, где найти. Сейчас вы увидите этот постер. На превьюшке, скорее всего, его уже видели. Вот, собственно, этот постер я раскрываю. И вот он, красавчик Томас Шелби. Не, ну, мне, честно говоря, я выбирал, смотрел, мне очень сильно понравился. Понравился этот постер, очень красивый. Поместить его куда-нибудь в рамку можно будет, либо же его куда-нибудь приклеить, посмотрим. То есть вот он выглядит вот так. Скорее всего, на превьюшке вы его видели. По красоте. Это вот как раз в козырьке у них хранится лезвие, да. В общем, постер прикольный, постер красивый, постер дешевый по цене. Поэтому, собственно, я решил заказать. Такой в интернете я вроде как не видел постер. Это его другая часть, ну это понятно. Вот, собственно, сам постер. Чётенький, красивенький. Даже можно оценочку ему поставить. По моей шкале на обзоре, кто смотрит мои обзоры на различные продукты, еду, оценка 5 из 5 на этот пост. И, собственно, в принципе, тут больше ничего такого нету. Надо сейчас будет думать, куда его, что. Надо его еще, кстати, будет выпрямить. Размер, кстати говоря, о, точно про размер можно сказать. Размер 30 на 42 сантиметра, если что. Даже можно описание прочитать, кому интересно. Плакат «Острые козырьки», интерьерный постер формата А3.
без рамы. Всегда хороший способ, чтобы освежить интерьер. Кроме того, плакат на стену – это отличный подарок родным, близким, друзьям или детям. На день рождения, ну и так далее, понятное дело. Плакаты печатаются на плотной бумаге, благодаря которой печать стойкая к выцветанию. Четкая и яркая. А, вот, кстати, вот это мне и нужно было прочитать перед тем, как заказать. Ну, хотя я понимал то, что постер будет без рамки, но не понимал, типа, как он будет выглядеть. Я думал, он хотя бы будет, вот как я показывал, как фотография прямая. Мне ее просто так завернули и отправили, типа. Кстати говоря, шел данный постер сколько? 3-4 дня, что ли? Он довольно-таки далеко находился, этот продавец, я так понимаю. И поэтому очень долго шел. 23 декабря он уже был тут. Заказывал я его вроде бы 19-18 числа. Что-то вот такое вот. Пожалуйста, обратите, что постер поставляется без рамки. Вся наша продукция отправляется в прочных тубусах и надежно защищена в процессе транспортировки. Но это уже для этого. Для тех, кто описание читает, и чтобы они не волновались. Так, тубус, это, я так понял, вот эта штука. Ну, да. Блин, на самом деле темка полезная, кстати, этот тубус. Он и для микрофона хорош. Я помню, как микрофон сюда ставил, старый свой. Сейчас у меня для микрофона, понятное дело, стойка своя. От фирмы HyperX. Ну и, в принципе, что, все. Вот такой вот плакат, постер. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч. Всем пока, всех люблю, всех обнял. Спасибо за лайки, комментарии, подписки. Спасибо за поддержку. Дай бог вам всем здоровья, кто поддерживает. Всем спасибо, всем пока. Ну а сейчас часть для тех людей, которые боятся перейти по ссылке. Или же думают, что это какой-то вирус там и так далее. Или не понимают, или вообще у кого-то ссылки может нету. Сейчас все расскажу и покажу. Если у вас ссылки нету, то выключайте AdGuard. Вот он у вас должен выключен быть. Вот таким вот, вот так. Должен быть выключен. Если же с AdGuard тема не помогла, у вас ссылка не появилась в описании под этим роликом, пробуйте зайти с других браузеров. И кстати, можете вообще попробовать еще третий способ. Перейти на Яндекс.Зен, на Рутуб, там попробовать. Там вроде как ссылка должна появиться, потому что у Ютуба с ссылками строго, так скажем. Поэтому вот вам три способа. Собственно, переходим по ссылке. Ссылка будет у меня такая. Через 3 месяца она вроде поменяется сама по себе. Поэтому если ссылка будет нерабочая, там будет написано вроде домен уже не работает, что-то такое. Напишите в описании. В описании говорю, в комментариях я вам дам новую ссылку. Вирусов там не будет, гарантирую, поэтому имейте это в виду. Мою репутацию портить смысла нет. Из-за какой-то там вонючей ссылки. Переходим по ссылке, перекидывают на такой сайт. Тут есть, что будет замылено, заблюрено, черный экран. Имейте это в виду, возможно, и мое лицо будет в черном экране. Кликаем кнопку «Далее». Если кнопка «Далее» у вас не нажимается, выключайте AdGuard, пробуйте зайти с других браузеров. Как я вам говорил. Так, пропуск. Просмотр рекламы 14 секунд. Ждем. Пропустить рекламу. Кликаем вот сейчас. Кликаем пропустить рекламу. А, кстати, VPN вроде мне писали в комментариях, что VPN тоже помогает. Поэтому имейте это в виду. Вот вам четвертый способ тоже. Пробуйте с VPN. С VPN вроде тоже работает. Кликаем пропустить рекламу. Если кнопочка пропустить рекламу также не нажимается, вы пробуйте с других браузеров, выключайте AdGuard. Способы уже знаете. Если забыли, перемотайте, посмотрите способы до. Кликом пропустить рекламу, все, вас перекидывает на сайт Wildberries, на котором я, собственно, и заказывал этот постер. Поэтому вот такой вот ролик. На этом, в принципе, все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning, yeah.
Charlie Sheen will be grinning.